полчаса мучения я накопал себе 3 червячка там или 5 и с десяток креветок днепровских. Сегодня будем ловить на 6-метровую маховую удочку с одним крючочком, вот таким мощнейшим заглотышем. Попробуем, что у нас ловится в последний день апреля. Вот наши шикарные места. Попробуем. Лягушки есть. О, и змейки есть. Маленькие. Так, попробуем, чтобы сейчас не распугать рыбу. Thank you.
Вот засранка. Чайки клюют, а я, блин. Не хочет клевать. Сейчас мы прицепим нашу мощную креветку. Креветочка.